Блогер Роман Турчан стал свидетелем редкой аварии. На улице Клинической трамвай «Альбинос» догнал «Порше Каррера 911». Видимо, вагоновожатый решил сменить себе транспорт под цвет жилетки. А у владельца «Поршака» появился офигенный шанс стать счастливым обладателем трамвая, иронизирует автор поста. Блогер Александр Репин информирует, что 11 июня для школьников Самары вновь стартует летняя военно-патриотическая игра «Зорница». В этом году она пройдет уже второй раз. Испытать свои силы в нелегком ратном труде смогут ребята, находящиеся в лагерях дневного пребывания 9 районов Самары. Испытаний планируется всего 12. Среди них оказание первой медпомощи, сборка и разборка автомата, метание гранаты, полоса препятствий, надевание противогаза, шифрование сообщений. Блогер Димс Сон наблюдал, как суровые самарские водители оспаривали право приоритетного проезда на дороге. А все началось с того, что кто-то кого-то не пустил в ряд. Слово за слово и понеслось. Слава богу, через 30 метров от меня стояла машина ГАИ. Я им сигнализировал. Так что победила дружба, резюмирует автор поста.